Заглянем в прошлое Орска. Давайте посмотрим, какие темы и проблемы волновали жителей города несколько лет назад. Архивные материалы наших журналистов сегодня особенно любопытно смотреть. И вот один из таких сюжетов. Улица длиной 1,5 километра. Новые столбы через 30 метров обвязаны новыми проводами. Замену опор произвели в апреле 2008 года. Новые линии протянули спустя год. Сколько теперь ждать освещения на улице, местные жители в недоумении. После того, как его демонтировали, здесь стало темно, как в лесу. Особенно в темное время суток, особенно в непогоду. Конечно, трудно. Люди работают в ночные смены, дети ходят в школу рано. Собаки здесь нам очень мешают. Хотя бы 3 фонаря на всю улицу, жалуются люди. Белая зависть одолевает жителей улицы Майской при виде соседних улиц. Плафон на каждом столбе, во всех направлениях. По словам жителей, ночью светло, как днем. Хоть газету читай. А к своему дому идти страшновато. На улицу Нахимова, вот, пожалуйста, на каждой опоре стоят фонари. По рабочему переулку стоят тоже на каждой опоре. И так на каждой улице. То есть от центральной улицы по 5 улицам стоят фонари. На каждой опоре. Как нам объяснил специалист, установить несколько фонарей сейчас и несколько потом влечет за собой дополнительные расходы. И немалые. Что в условиях кризиса недопустимо. Все уличные фонари будут установлены одновременно, но позже. В данный момент все силы брошены на социальные объекты. 1 сентября не за горами, а охватить все объекты ОКС не в силах. Сергей Здобняков, Николай Исаев для Орск.ру.